Здравствуйте, в эфире телестудия, с вами Дарья Чичева. Коротко о происходящем. Смотреть будущее, не забывая о настоящем. Что нужно, чтобы талант привел к успеху? Это выяснит наш специальный корреспондент Александр Тиханов. Александр. Да, Дарья, здравствуйте, да. Сейчас мы находимся в МТЛ-арене на областном гала-концерте. И сейчас мы... Дарья, мы не справляемся. Нужна помощь срочно. Я не справляюсь, Дарья! Мне, пожалуйста, Сникерс, Марс и Киткат. Платите, кстати, вы. Без проблем. Че, помашешь флагом, что ли? Конечно. СГСПУ! А у вас есть гимн какой-нибудь? Беду победу. Беду победу. Да. Беду! Скажу А, а вы скажете? А! Правильно, А! В чем суть номера? Просто показываются костюмы и все. Причем здесь электричество? Да, электричество добавляет просто костюмам свой свет, и как бы они выглядят намного интереснее. Есть ли какой-то риск, что человек током ударит во время выступления? Ну, есть. Ты кто, танцор, певец? Певец. Споешь что-нибудь? No one, no one, no one. Сколько ты занимаешься уже вокалом? Почти 22 года. Вас привлекает данное мероприятие? Нас привлекает неповторимой, оригинальной очень атмосферой, которая бывает только в студенческой среде. Зачем нужны волонтеры? Они помогают людям. А вам кто-нибудь вообще в этой жизни помогает? Нет. Вот вы участвовали в концерте, участвовали в галке? Да, в политехе студвесне. Вы политеховский? Я правильно понимаю, вы сейчас не студенты? Нет, не студенты. Мы выпускники и преподаватели. А что преподается? Иностранные языки. Можете сказать что-нибудь на английском, посвященное студвесне, чтобы за душу прям трогало? Welcome to Samara Student Spring. We hope you enjoy the show and please take part in the next, I don't know, festival. Впечатление после концерта. Что ты сейчас чувствуешь? Я чувствую уверенность в себе. Получил то, что хотел. Я верил в себя. Получил награду. И кайфанул просто. Ты одна из тех, кто летает, да? Страшно? Нет, я доверяю мальчикам. А первый раз страшно было? Нет, я в первый раз тренировалась с большими мальчиками, поэтому мне было страшно. Как думаете, вы пройдете на РСВ? Ну, будет видно, но, по крайней мере, Азаров к нам подошел и сказал, что мы ему очень и очень понравились, и даже сфоткался с нами. Это умопомрачительно вообще. Сколько раз подряд вы уже победили? Это 13-й. Какую правильную мотивацию дать вот новоиспеченным студентам? Делать интересно, делать так, чтобы самому кайфовать. Когда ты кайфуешь на сцене, ты делаешь такой продукт, который будет нравиться и зрителю. А жюри – это всего лишь чуть более опытный зритель. Надо идти от сердца, наверное, от души. Подведем итоги гала-концерта Самарской студенческой весны. Третье место разделили Самарский политех и Самарский государственный университет. Второе место заняли Самарский государственный социально-педагогический университет. Первое место взял Самарский государственный экономический университет. Дарья Чичева, Александр Тиханов, телестудия.